В преддверии женского праздника самые весенние цветы, ранние тюльпаны заполняют магазины и рынки. В основном иностранные, голландские. Но выращивают их и в Чувашии. Как зарубежные гости прижились в цивильских теплицах и куда поставляют эти цветы, расскажет Наталья Егорова. От традиционных желтых и белых до цвета клубники и нежных сиреневых. На тысячи квадратных метров раскинулось море тюльпанов. 4 века назад за них стрелялись, продавали замки, они использовались вместо денег на бирже. Это все о луковицах. Сегодня цветы стоят не так баснословно, но по-прежнему завозятся из самой тюльпанной страны Нидерландов. Семена в Чувашию поставляются в специальных контейнерах. Товар нежный, требует строгого соблюдения всех условий. Своя технология также для дальнейшего хранения и выращивания. Привозят нам луковицы в октябре, в ноябре. Мы их сажаем вот такие в ящики, видите, да? В ящики сажаем по 100 штук. И мы потом их поставим в холодильнике. В холодильнике держим температуру 5 градусов, плюс 5 градусов. Они там у нас укореняются. Потом рассаду высаживают в ящики и отправляют в теплицу. Это самый ответственный период для работников. Маленькие тюльпаны нуждаются в регулярном поливе. Температура плюс 15-20 градусов, влажность воздуха 70-80%. При соблюдении всех технологий здесь выращивают к сезону праздников до 400 тысяч тюльпанов. К 14 февраля первые цветы уже попадают на прилавки, а к женскому празднику срезают уже и все остальные тюльпаны. Поставляют их и в другие регионы – Нижегородскую, Ульяновскую область, Сыктывкар. Это самые любимые сезонные растения как у покупателей, так и у самих работников теплицы. Очень хорошо, говорю, как весна пришла. Чувствуем, как будто везде зелень, везде цветы, разные, между прочим, пестрые, красные, всякие. И радуется, душа радуется, и устаешь, эта усталость как-то куда-то уходит, проходит из-за цветов, наверное, из-за такой зелени. Однако то, что мы окружены цветами, вовсе не значит, что не нужно их дарить, намекают работницы. И тоже ждут к праздникам сюрпризов от своих половинок. Некоторые говорят, что сам на цветах работаешь, можно не дарить. Трудятся в теплице и мужчины. Особенно в разгар сезона не обойтись без сильных рук. Оказаться в таком царстве цветов – сплошное удовольствие, говорят они. Нравится, за это пришел, наверное, работать, помочь. Надо же помогать. Кстати, самые востребованные цвета тюльпанов – красный, желтый и белый. Они уже отправились радовать женские сердца. А вот у нас праздник круглый год, признаются работницы хозяйства. За сезоном тюльпанов пойдут хризантемы, розы и лилии. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.